будет время, я предстану. Ты предстанешь, он предстанет. Время выйдет, времени не будет, времени не станет. Время встанет, свет пристанет, встанет свет на перекрестке, на окрашенной полоске, на оранжевой присоске. Вот, вот, вот он, остановившийся фотон. Лови его в его далеком отголоске. Ох уж это, ох уж это метафизика, мечта поэта. Мечта поэта видна в том, что черпать воду решетом, такую видимую холодную такую ду, в логоцентрическом пруду в экзистенции альной синеве, где трепыхаются криве тки, как трансцендентные стручки на ветке, полупрозрачные рачки, как кривоватые стручки. Глядите, детки, как номинальные значки, как те ужасные отметки, что деткам ставят дневнички, надев ужасные очки предметов школьных педагоги. И грустно так глядят из-под очков. Делаем ноги! Иван Андреевич Крылов выходит из берлоги. Он дышит, не надышится. Земля под ним колышется. Он с солипсических мартышек царь. И всех стрекоз и муравьев, орлов и львов и соловьев. Из глубока идет вовне, морда в облаках, жопа в говне. Он серый волк, зубами щелк, он под горой засадный полк. И все это сон о весне. Раз, два, раз, два, три, четыре, пять. Кто-то вышел погулять. Погулять, козайка, Выська, вот ты Надька, вот ты Витька, вот морковка, может Редька, может Вовка, может Петька. Побежало время вспять. Я тебя иду искать! О, как!